Совсем не то. Плохо все. Цветы ей не понравились. Она их выбросила. Но Пруденс была уверена. Я знал, что Мириам не любительница цветов. Я разгадаю эту загадку, Норрис. Ладно, только чтобы она тебя не видела. Решит, что я спятил. Ей бы пригодился хороший нож. Ее клинок совсем плох. Вам помочь, Конор? Это все из-за Норриса? Что вы делаете? Конор, что вы ищете в моем лагере? Норрис, я был в ее лагере. Ей явно нужен новый охотничий нож. Нынешний уже совсем плох. А, уи, это ей больше подходит. Я подумаю. Мерси.
Норрис, как ваш рудник? Не зря тратили время там внизу. Без сомнения. Медь, Коннор. И ее там весьма много. Чудесно. Я рад. Я все хотел спросить. Разве Норрис французское имя? На самом деле я не Норрис, а Морис. Но вы сказали... Ну да. Когда я приехал в Бостон, все начали звать меня Норрис. И я устал постоянно их поправлять. И вот как-то раз одна девушка в таверне сказала, что ей нравится мое имя – Норрис. Я решил его оставить. Хотите, буду называть вас настоящим именем? Не, все здесь зовут меня Норрисом, включая Мириам. Имя, конечно, можно сменить, а человек все тот же, верно? Коннор. Это так. Коннор, найдется минутка. Что такое, Пруденс? Не хотелось вас беспокоить, но Уоррен повез урожай в Бостон. Вы не поможете загнать скотину? Я сама пыталась, но малышу это, видать, не по нраву. Конечно. Я все сделаю. Эй! Эй! Сюда! Не туда! Шустрее, чем выглядят. Что только не делаю теперь. Не туда. Спасибо, Коннор. Сама бы я не справилась. Всегда пожалуйста. Все хорошо? Да. Я очень счастлива. Мы с Уорреном так долго этого ждали. И сказать по правде, для детей-то лучше места не придумаешь.
К нам только что заходил доктор Уайт. Неожиданный сюрприз. Нам с Пруден сразу же стало легче. Деревня растет, и услуги доктора всегда полезны. Точно. Передать не могу, как я счастлив. Моя жена здорова и носит ребенка. У нас свой дом. В общине добрые, славные люди. А земля богата. Совсем недавно для нас это было всего лишь мечтой, Конор. Все должны быть счастливы и свободны. Надеюсь, когда-нибудь все в колониях будут разделять ваше мнение. Но путь к этому долог и труден, это точно. Yung wesen ne agung ga jada de ga. Und de wien an da ne ga, di jetzi a ja du jes. Nyarde. Ah, ja, rette, sa ne gorn hare. Oh, na ja, wane, du ga don tunne. Oh, na ja, wane, du ga sa e so radi. Og wada hum sa datum ge. Sa ha ne, ja, yung wada de wien a da unge. Giga na hoden de yung wane gorn har ha. Dosa sa terun. I i an ke a da ne gorn rara ne unjung kwe da sum a. Next year, the Goyeri get go. I was a dog dancer. You wear a tisha gunga, or a hundred gigas garnix, Zahayot garden on dashe. A quay guga you yen a raja? Skana e gonti naheshi tamahe une Johnson. Nexi. Una what ne? Doh garat ni hardy de honat ni good hare. Wasagor harat stanti on sagoyat danustade. Danu on de sagunhe. Ti ona yahka andeshres ya de zungoya distu. Danu ona tigana da denu, to di tarahwa di jarhan saga on tu darlohwe. Ronuhane e ya tanho di rihwayan da ze. Tigayana de rona tahidake ne unjungwe ta smua. Han gariwe siungwa da jak do darhane. Rodinu shuni danu ne oya ganyok ke haga danu aguegu oya ungwe shun'a. Ya tagatka we jina honda yungwa deri hunde nekji se wajeran siya takkweni tagadatta shte ne ageri wanundu. Ne jori wazi unjun haak ide wade. Sa oyera ne tam dayunu tunyungo danu dayun nikur hara. Nekji diyo duhum zohum aide wa satsdege. Ori huio di deo duhun zadenyu nana ii geri wanutta danu ize zesket ni guhla serunis. Ejo dasket ni guhlu ne aganuttu niongo. Конор, чудесно. Вы здесь. Позвольте вам представить. Это Уильям Досс и Роберт Ньюман. Вы писали, что Джон Питкерн здесь. Да. Он готовит атаку на Лексингтон, где укрылись Адамс и Хэнкок. Потом он двинется на Конкорд. Уничтожать наш арсенал и провиант. Вы должны нам помочь.
Скажите, где его найти, и я положу этому конец. Под его началом десятки, а то и сотни солдат. Вы не справитесь в одиночку. Но не бойтесь, вы не один. У нас есть своя армия. Люди ждут лишь приказа взяться за оружие. Тогда прикажите им. Прикажу. Мы с вами пересечем реку Чарльз и поднимем людей. Уильям, вы поедете по дороге и сделаете то же. Роберт, а вы на Северную Церковь. Дайте сигнал. Два огня, если враг идет морем. Некогда сидеть, мой друг. Надо торопиться. Вперед! Здесь только одна лошадь. Придется ехать вдвоем. Берите поводья, я покажу путь. Скорее, Коннор, садитесь верхом. Я скажу, куда нам надо ехать. Слушайтесь меня, и мы всех предупредим. Мы на верном пути. Здесь налево. Томми, что они тут делают? Это разведчики. Осторожно, Коннор. Нельзя дать им поднять тревогу. Безопасней будет пойти к домам пешком. Вот так! Нам именно сюда! Дайте всем знать, что британцы идут на Лексингтон и Конкорд! Британцы идут! Назад в седло, друг мой! Нам еще ехать и ехать! Прекрасно! Все правильно! Верно! Вот сюда-то нам и надо! Сюда, Коннор! Вы слышали? Могут быть Томми. Осторожно.
Здесь налево. Безопаснее будет пойти к домам пешком. Смотрите в оба, не видно ли еще кого. Будьте начеку. Вот так. Нам. Скажите всем, сюда идет армия. Есть, сэр. Прекрасно. Все правильно. Направо! Безопаснее будет пойти к домам пешком. Вот так. Нам именно сюда. Армия скоро будет. Здесь. Мы здесь. Взять их. Скорее! Нужно оторваться от них! Уходим скорее! Но! Избавьтесь от них, Коннор! Это было немножко слишком. Хорошо бы избежать таких сюрпризов. Сюда, Коннор! Дальше лучше идти пешком. Вот так! Нам именно сюда! Ну и где его носит? Вы точно не ошиблись домом? Конечно, нет. Прескотт? Добрый вечер. Сюда идет армия. Поднимайте своих людей. И... наденьте штаны. Сейчас.
Добро пожаловать в Лексингтон. Теперь Хэнкок и Адамс. Не вижу Доза. Надеюсь, он цел. Пол, Коннор, рад видеть. Уезжайте. Сюда идет армия. А, Уильям уже говорил. Пускай приходят. Они ничего не найдут. Вы не понимаете. Питкерн хочет вас убить. Боюсь, это правда. Вероятно, тогда нам придется ехать. А вы как же? Мы с Дозом едем дальше в Конкорд. Коннор, оставайтесь здесь. Помогите Паркеру удержать город. Это даст нам фору.